Привет, это инспектор ЗОЖ в Санкт-Петербурге. Сегодня у нас итоговый выпуск, снова зима, и мы с Александром собрались здесь, чтобы дуэлиться. Один на один футбол, больше никто не пришел, поэтому у нас только двое. Мы узнаем, кто из нас по итогам всех выпусков стал более спортивным, научился управляться с мячом и вообще подведем итоги, что представляет собой спортивный Петербург. Мы увидели большой срез разных видов спорта, уличных активностей и индор-активностей. Что такое индор? Индор – это внутренний. Правильно. Есть такой индор-хоккей, внутренний хоккей. Начинаем играть сейчас и будем обсуждать, что мы увидели, и выставлять оценки спортивному Петербургу. Да. Всем привет, с началом зимы. У меня такой вратарь с легкими желтыми вставками. Нет, у тебя будет двойной вратарь. Почему двойной? Почему ты катишь? Двойной вратарь? Не, зачем? Мне кажется, у каждого должен быть свой вратарь. Там еще два вратаря стоит. А ты морковку с собой прихватил? Да, уже так просто снизу не забьешь. Нет, забьешь. Итак, мы выставили вратарей, у меня вратарь ноги базуки. У Александра чуть поскромнее, но пора начинать. Начинай. А, пенальти, да? Это сразу, был фол или что? Сразу понял, как я ходил на Хопкино. Там так. Меня тоже так хорошо роняли. Но там, правда, я не на снег падал, а на теплый мат. Еще вокруг были такие красивые картинки. Но ты, наверное, здесь до этого вообще не знал, что такое Хопкино, пока да. Туда не пришел. Да, оказалось, что это такой вид корейских боевых единоборств, чуть ли не там для корейского спецназа. Вот, и там, причем все. Там вот и удары, и броски, как ты сейчас мне сделал. Ну, я видел, как ты плеткой бил. Вот, да. А что это за плетка была такая? Это не плетка, такие как меч. Специально для тренировок меч, или это в боях используется тоже? Ну, как меч самурая такой. Ага. Ты должен уколоть своего противника, не позволить себя уколоть. Ох ты! Гол? Нет? Сейф? Да? Сейф. Да. Так вот, я побывал на боксе, мне очень понравилось. Проводит Федерация бокса. Это все активность. И бокс мне вообще очень понравился, как вид спорта. Тренировка была достаточно непростая. И тренер посвятил мне много времени одному. Я там и научился в стойке стоять, и бить, и двигаться правильно по-боксерски. Еще шутки там не очень заходили. Он так сдержанно реагировал, когда я сказал, что после тренировки, наверное, надо сходить в сауну. Было не очень понято, воспринято, но... Боксеры серьезные были. Но у нас были, получается, два основных вида активностей. Как я уже сказал, мы ходили в залы. Да, и сами занимались. Да, в залы мы ходили на настольный теннис, бадминтон, бокс, хопкидо, фехтование. Волейбол, фехтование. Да, еще мы, кстати, ходили на массовые мероприятия, массово-спортивные, и смотрели, какие там развлечения предлагаются для людей на теннис, на баскетбол, да, на футбол. Сибур-арена стал нашим любимым местом. Но мне на самом деле больше... Мы были на Сибуре на трех, да? Баскетбол, да. Волейбол, это оба «Зенита» играли, и теннис. Да, и теннис. Но Санкт-Петербург. Мне больше всего по активностям понравился теннис. Я объясню, почему. Там все-таки делается именно под одно событие. Оно проводится, ну, два раза в год, мужской и женский турниры. И поэтому там, конечно, уровень подготовки очень серьезный. Все на это событие брошено. И поэтому активностей там просто море. Там, ну, можно делать все, что угодно, вплоть там до замера подачи, игры в теннис с тренерами, там мастер-классы, общение, автографы теннисистов, нашего Медведева любимого. Это вовлечение, оно помогает в дальнейшем, я думаю, детям приходить в этот вид спорта и дальше заниматься. Мне никто не нужен, только футбол. Какая обводка-то ничтожная. Опа! Опа! Ай, какой момент! Тут надо его забивать! Да, пустые ворота остались. Опа, вратарь! Мы с тобой ходили в спортивный зал «Комета». Да, это такой общедоступный зал для всех детей. Очень крупная детская спортивная секция. Начиналось у них много видов спорта. Начиналось все с настольного тенниса, но потом разбавили фехтование. Бадминтон, фехтование. У них хорошее там оборудование, все для детей. Все это бесплатно. Ну как, доступная секция. Но мне вот бадминтон понравился. Ну, бадминтон – национальный вид спорта, позиционируется. Да. Я сыграл с девочкой в настольный теннис, поиграл 0-5.
Но потом она сказала, что хочет стать олимпийской чемпионкой, и я не очень расстроился. У меня тоже было в бадминтоне соревнование с тренером. Я пытался выиграть хотя бы один розыгрыш. Так. Не получилось. Где-то 15 розыгрышей мы сыграли. Тренер посчитал, что я там бегал туда-сюда. Некрасиво будет, да? Носился, да. А он даже не поддался. То есть он гонял меня по всей площадке, я только отбивался защитными ударами, но в итоге ни одного розыгрыша не смог. Слушай, мы взять. Я ходил на фехтование, мы там встали вот так вот, стойку. Все, одели маски, меня подключили к электронике. Да. Тебя видел на табло. Мы сошлись, я увидел шпагу противнику в своей маске. И в следующую секунду мне закричали: ты попал, ты попал. Я свое, действительно, я попал вроде. Да. Мы то одели... есть профессионального, да, спортсмена. Да, мы снова одели уколол маски, и в следующий раз он, разозлившись, отомстил. Уколол мне так хорошо, что я почувствовал, что чувствовал фехтовальщики. Да. Очень чувствительно, кстати. Они меня поразило, что дети, вот куда ни прийти, вот я там, фехтование, да, спрашиваю, сколько дней в неделю занимаетесь? 6 дней. Шесть дней в неделю. Там все по-серьезному. Да, это уже те, да, кого тренируют под серьезные соревнования. Да, и потом уже начинают тренироваться 2 раза в день. Но это уже те, кто действительно прошел отбор, кто занимается много лет, уже есть перспективы, да, у людей. Так, у нас счет по-прежнему 0-0. Сейчас попробуем финт. О, на скорости! На скорости! Ай, блин! Техника-то. Да, нас... это не футбол. На скорости-то я ушел, а вот техника не помогла. И я, это и мой ответ. Я жду, пока выбросится. Ты выбрасывайся, хитрый. Ах, острый угол. Оборона. Гол! Один ноль. Но мне довелось больше ходить, делать выпуски такие уличные как раз. То есть мы вот ходили, да, освещали футбольные коробки на Петроградке, баскетбольные кольца на Ваське. И искали все спортивные активности в самом центре города. И я могу сказать, что вообще возможности для занятий спортом в городе есть. Вот здесь даже, вот здесь, да, площадка. Вот там вот за этим домом площадка. И за этим домом площадка. Еще одна, да, футбольная, да, площадка. Вот народу играет не так много. Ну, может, из-за времени года. Ну, вечером, может, приходит. Да, может быть, вечером играют. Но вообще возможностей для занятий спортом много. Единственное, что некоторые площадки находятся либо в таком средненьком состоянии, либо в плохом. И я думаю, что за этим надо как-то четче следить. Ну, либо писать бумаги местным там муниципалитетам, либо, ну, грубо говоря, ну что, сетка не так дорого стоит. Ты можешь мне забить просто какой-то гол, и чтобы был 1-1, и пенальти будем бить. Ну, давай. Вот они, понимаешь, матчи. Да-да-да. Я сделаю такой картинный подкат, и... я. Давай. Так, все, идем в ответ. Ой-ой-ой-ой-ой. Итак, 1-1. Бьем пенальти. Решающие по 3 пенальти, так как это мини-футбол. И заодно подводим итоги всей нашей инспектор-зожной движухи. Я думаю, за доступность, действительно, которую мы только что обсудили, можно поставить, ну сколько, 5 баллов или 4? 4 балла, поскольку определенные проблемы с доступностью. Да. Ладно, за доступность у нас общий итог по спортивному Петербургу 4 балла. И первый пенальти. Гол. Почти голову снес. Я думал, вы шлите, да. Слушай, ну у тебя хорошо голова так. У тебя как будто она вжалась в куртку. Слушай, я не успел руки взять. Я думал, да, выше. Прошил. Вторую оценку, она у нас обычно за вовлеченность людей. Слушай, ну прямо скажем... Ну, не переполнены площадки, все. Хотя сейчас, ну, сейчас но зима. Но зато в секциях, зато да, а в секциях, детей, знаешь, народу много. Да. Ты знаешь, и сейчас вот люди стараются отдавать своих детей всячески. Спорт, все. Конечно. То у меня тоже дочка ходит в бассейн 3 раза в неделю, и сын ходит. Тем я более, думаю, сейчас... что особенно после Олимпиады, после чемпионата, да, мира, перед Евро, перед финалом ЛЧ, у нас много всего в Питере происходит, и это все, конечно, играет на популяризацию, поэтому я думаю, все-таки 5 баллов 5 можно баллов, поставить конечно, за вовлечение. 5 баллов, и я пошел на ворота.
Ой, трудный был сейв. Да, видишь, я показал тебе глазами в одну точку, а пробил другую, но ты... За оснащенность. Вот с оснащенностью я бы все-таки... Тоже тут двоякая ситуация, потому что в секциях оснащенность, опять же, хорошая. Практически везде есть какое-то современное оборудование, чистенькие залы, все светло, хорошо, так. Аккуратненько, раздевалки, все, ну, в общем, нормально все это дело. Но на улицах, сами видим, рваные сетки. Ну, тогда поставим оценку где-то... по месту средней температуры по больнице. Ну, где-то троечку, да, наверное. Троечку, да, надо поставить, потому что с улицами надо работать. Я сейчас могу тебя поставить в очень сложное положение, если забью. Опять так же точно. Ничего себе. Опять. Да, слушай, у тебя летит. У тебя летит в голову, да. Опять Саша вжал голову. Саш, для интриги надо... Договорняк. Опять договорняк. Давай я улечу в ту сторону. Давай. Была такая история. Да. А мог бы в штангу? Гадал. Чуть-чуть, но хотя бы попал в самую шестерочку. Самый угол. Ну, даже если бы я отгадал, трудно было бы достать. Но на самом деле мне в некоторых выпусках не хватало только какой-то... Поскольку, как я и несколько раз говорил, все-таки в зимнее время улица, ну какой может быть комфорт на самом деле? Вот я имею в виду там что-то... У нас зимнее время с ноября по март. Но какие-то вот моменты, знаешь, чисто бытовые. Если это, например, какая-то парковая зона, или вот как мы у Ивановского карьера снимали, там огромная такая территория, так. Ходи, не переходи. Так. Но вот туалета, например, нет. Туалета и ты там, нет. Там я повстречал замечательного такого рыбака, он вспомнил 84-й год. И вот как-то инфраструктура порой тоже в том времени находится. Не, конечно, это не самое основное, есть кусты, озеро и так далее. Но вот каких-то все-таки моментов, связанных с комфортом, иногда не хватало. Ну, тогда надо 4. Наверное, 4, да. 4, конечно, чтобы было к чему стремиться. Согласен. Нет, теперь уже все по-серьезному. Yes. Итак, третий пенальти. Счет 2-1. Гол, все. Прошил. Итак, мы довольны, поиграли в футбол, согрелись, сейчас поедем на работу. И мы ставим общее впечатление 5 баллов всем спортивным активностям, на которых мы побывали в Санкт-Петербурге. И общая оценка 21 из 25. Всем спасибо, это был инспектор ЗОЖ. Может быть, еще когда-то увидимся. Занимайтесь спортом.